Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы представить вам обзор модель от компании ICM в 48 масштабе, модель легкого двухмоторного пассажирского самолета GRB-4. Ну, начнем обзор с коробки. Коробка у нас, как всегда, в ICM. Что нас встречает, это красивый бокс-арт. Приятный. Красивый. Далее у нас коробка. Коробка у нас выполнена из плотного картона, что немаловажно при покупке через интернет. Далее, что нас ждет в коробке? В коробке нас ждет инструкция, литник, пакет с прозрачным литником и пакет с литниками. Отложим. Начнем обзор с инструкции. Инструкция у нас выполнена в виде журнала формата А4. Исполнение инструкции у нас: первая страница глянцевая, остальные матовые. Первая страница у нас полноцветная печать, остальные у нас получаются такие. Вся инструкция у нас выполнена, показана путем 3D. Соединение деталей. Инструкция очень подробная. Сейчас я остановлюсь на этом по деталям. На первом листе у нас показано небольшое описание самолета, краски, которые используются при окраске. Краски у нас в палитре, Revel и Tamiya. Далее у нас идет обзор литников. И пошла у нас сборка самолета. Данный самолет я буду собирать, сборку буду вести в группе, поэтому, друзья, можете наблюдать сборку, ну, смотреть у нас в группе. В группе клуба масштаб, ссылка на группу и также ссылка на фото. Обзор данной модели будет находиться под описанием, под видео. Как видим, что у нас каждый шаг детально показан. И каких-либо проблем возникнуть при сборке не должно, так как действительно очень хорошо и детально показан процесс сборки. Вот у нас наши декали. Далее у нас продолжается сборка. И вот окончательный вид 3D модель самолета. И дальше у нас идет последний лист, также глянцевый, также полноцвет. Тут у нас идет указан окрас и варианты нанесения декалей. Декали у нас даются на три варианта исполнения самолета. Первый вариант — это Окленд, США, 46-й год. Дальше у нас следующий вариант — это Франция, 60-е годы. И еще один вариант — это у нас авиация морских сил самообороны Японии, 60-е годы. Ну, я думаю, что именно данную модификацию я буду собирать. Далее, друзья, мы перейдем к обзору декалей. Декали у нас выполнены. ICM уже печатает на новой бумаге, поэтому проблем, как со старыми декалями, уже таких нет. Потому что очень много вопросов, споров у нас в группе по этому поводу происходило. Уже много моделей, много новинок мы собрали, друзья, и только положительные отзывы про новые декали у ICM. Далее, друзья, у нас будет литник. Прозрачным литником, пакетик с прозрачным литником. Прозрачный литник выполнен качественно, я уже до этого посмотрел, то есть остекление выполнено очень хорошо, поэтому собирая данную модель, там будет внутрянка, и через остекление будет все это хорошо видно. Это очень тоже интересно и очень радует. Далее, следующий — это у нас пакет с литниками.
пакете у нас так вот. Сейчас покажу. Получается у нас 1 литник с мелкими деталями, 3 литника с крупными деталями и 2 таких маленьких литника. Остановимся поподробнее на каждом. Давайте начнем с литников с деталями фюзеляжа и крылья. Наш фюзеляж. Так, следы толкателей находятся, друзья, у нас внутри. Каких-либо недоливов или дефектов не обнаружено. Обоя также на данном литнике нет. Дальше у нас следующий литник. Это крылья, верхняя часть получается крыльев. У нас, хочу обратить внимание, что на данной модели очень выполнена хорошо расшивка. Поэтому при покраске и других работах расшивка испортиться не должна, залить ее, ну, не зальется она. Расшивка пролита, как я уже сказал, очень хорошо, это тоже очень радует. Далее у нас нижняя часть крыльев, и это у нас также тут хочу обратить внимание на расшивку. Расшивка выполнена довольно качественно. Недоливов и каких-либо дефектов я не вижу, обоя нет. Дальше посмотрим следующие наши литники. Два маленьких литника. Это, я думаю, что это у нас получается детали двигателя. На данных литниках также все хорошо. Недоливов, утяжен, обоя не обнаружено. И остался у нас последний литник. Последний литник с мелкими деталями, скажем так. Деталями у нас внутренности получается самолета. Ну, тут видно, что кресло. Это у нас получается 2 кресла пилота и 5 кресел. Это, скорее всего, пассажирские. Далее у нас также есть приборная панель на данной детали, и декали на приборную панель у нас нет. Но ничего страшного, раскрасим, и так все будет прекрасно. Далее остановимся поподробнее на мелких деталях. На мелких деталях нет ни стыков пресс-форм, ни утяжен, ни облоя. Приборная панель пролита хорошо, поэтому можно будет что-то с ней сделать интересненькое. Так, друзья, тут я ошибся. У нас получается еще кресло есть. Это у нас будет на 10 пассажиров. Даже, да, 10 пассажиров. Ну, как я и сказал, друзья, все мелкие детали пролиты очень хорошо. Это очень радует. Есть детали двигателя, поэтому двигатель, можно сказать, детализирован. Стыки пресс-форм находятся на внутренних элементах данной модели. Друзья, вот и я остановлюсь, потому что все, обзор заканчивается. Могу сказать только пока только положительные впечатления про данную модель, так как качество модели очень хорошее. Стыкуемость и другие, ну, какие, вы можете увидеть у нас в группе. Сборку я начну уже буквально на днях, поэтому можете наблюдать за сборкой данной модели. Ну вот, всем спасибо за внимание, друзья. Ожидайте наших следующих обзоров.